парке Добросельский проходит общая реновация спортивного комплекса. На днях тренажеры, которые ранее были демонтированы мэрией для планового ремонта, вернулись на свое привычное место. Напомним, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в парке был открыт еще в 2020 году по нацпроекту «Демография». Все это время тренажерами активно пользовались местные жители, и пришло время для их ремонта. Они пользуются огромной популярностью, плюс, значит, у нас внешнее воздействие погоды. Тренажеры требовали ремонта. Многие люди обратили внимание, что тренажеры сняты. Так вот, эти тренажеры уже восстановлены, они установлены в парке и вновь привлекают большое количество людей, которые занимаются физкультурой, спортом и ведут здоровый образ жизни. Помимо обновления тренажерной группы, в одной из частей стадиона устанавливается новый элемент спортивной инфраструктуры – инклюзивная площадка для воркаута. На ней люди с ограниченными возможностями здоровья смогут заниматься силовыми тренировками. На данный момент объект находится в стадии монтажа. А еще скоро жители Владимира смогут увидеть отремонтированную трибуну. Все необходимые материалы и оборудование уже закуплены. Как обещает городская администрация, работа будет выполнена ко дню города. Кроме того, сообщается, что физкультурно-оздоровительный комплекс пополнится полноценной баскетбольной площадкой, и ремонт начался с установки и бетонирования щитов. На напольном покрытии видна разметка. Все эти оборудования пользуются огромным спросом, популярностью, поэтому глава города Владимира уделяет огромное внимание. Дмитрий Наумов считает, что вот спортивная инфраструктура – это один из приоритетов развития нашего города, и поэтому мы его будем не только поддерживать в надлежащем виде, но и развивать.